Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. Давайте в этом ролике полюбуемся на вот этих красавцев. Лемуры, рыжие лемуры Вари. Вот, большие такие, а смотрите, какой длинный, шикарный хвост. Эти прекрасные создания родом с Мадагаскара. И Мадагаскар, как вы знаете, это огромный остров, который 50 миллионов лет оторвался от древнего материка. И в силу своей изоляции животные там, в принципе, многие вот с тех пор и остались. В частности, лемуры. Они там разные и заняли ниши обезьян. Их даже в научных кругах и называют полуобезьяны, потому что они гораздо по происхождению старше обезьян. Вот, красавчики какие. Елена Желябова пришла к ним в гости, как всегда, с гостинчиками. И лемуры очень ее хорошо знают, как и все жители парка Львов Тайган, и сразу подошли. Травка вон у них зеленеет, называется февраль. В общем-то, хороший вольер, они в нем давно уже обитают. Вот какие лапки у них хорошенькие. Вообще, такие мохнатые, милые существа. Вот, красавчики. Немного им уделяется внимания в роликах из Тайгана, но на самом деле они заслуживают гораздо большего внимания. Просто-напросто, вот смотрите, какие милахи, просто плюшевые какие-то игрушки, а не животные. Мадагаскар вообще удивительный, конечно, остров. Там очень много эндемичных растений и животных. И, кстати, вот эти лемуры, они тоже эндемики Мадагаскара, то есть живут только там. Ну и, конечно, уже распространились по различным зоопаркам, потому что в зоопарках они неплохо себя чувствуют. Вот, финички на ура идут почти у всех, кроме хищников, обитателей Тайгана. Так что, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам, друзья, за ваши всегда такие добрые комментарии, за вашу поддержку. Всем мира и добра. Пока-пока.